Костер зажгли. Он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь и тащат, и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира. Разве это не мессианство во сто лошадиных сил? Вот. А вот еще один перл. Правительство Ленина внушает рабочим, что в России возможно осуществление социалистического строя. Новая жизнь, рядом статей, не встретивших возражений по существу со стороны правительственных органов, утверждала и впредь будет утверждать, что в нашей стране нет должных условий для введения социализма. Нет должных условий для введения социализма. Вот основное звено, вот корень наших расхождений с теми, кто был с нами, а теперь испугался. Нет цивилизованности. Нет определенного уровня культуры. Они хотят социализма. С свиным рылом да в калашный ряд. А почему нельзя сначала завоевать власть, а потом на почве этой власти двинуться вперед, догонять другие народы? Почему? Где это написано, что нельзя? Ну, ты же знаешь, что они тебе ответят. Они сошлются на Маркса. Ни черта они не понимают Маркса. Ни черта. Главного не поняли. Диалектики. И прямые указания Маркса на необходимость максимальной гибкости не заметили. И ходят вокруг да около, как кот вокруг горячей каши.